знакомое место. Этим путем я пришел сюда. Но куда же я попал? И кто ты такая? Что ты знаешь об армии царя Соломона? Мы Иразия, царица Маридов, страж Вод и друг самого царя Соломона. Мы помогли заточить эту армию в тюрьму. Но с тех пор прошло больше тысячи лет. Неужели ты... Я из рода Джин. Наш век дольше человеческого, как и наша память, ибо мы не забываем о главном. Ведомо ли тебе, что выпустил на волю твой брат? Эта армия не Соломонова. Ее послали против него. Она создана из песков пустыни, и она подобна чуме. Чем больше она видит песка, тем больше солдат создают. Если не остановить ее, она захватит мир. Как ее остановить? Половина той печати все еще у тебя? Конечно. Хорошо. Это сильная магия. Половина печати даст тебе силы биться с армией песка. Две половины вместе вновь заточат ее. Ты должен найти вторую половину печати, чтобы сложить их вместе. Она у Малика? Тогда найди его и не мешкай. Мы дадим тебе в помощь силу джинов. Что ты сделала? Чтобы остановить армию, нужно время. Я дала его тебе. Время? И последнее. Армию возглавляет ифрит по имени Раташ. Он будет искать медальон. Если встретишь его, не вступай с ним в бой. Тебе его не одолеть. Буду иметь в виду. Ступай. Если не сложить печать, это царство обречено. Почему мне кажется, что прогулка не будет легкой? Значит, вот как она дала мне время. Это и есть сила джиннов. Конюшни.
Через них я смогу пробраться в крепость. Почему так тихо? Я даже не слышу звуков боли. Этот звук. Хоть бы раз увидеть оборону, отличающую своих от чужих. Oh!
нужно всего лишь сложить медальон. Это слишком легко. Интересно, стал ли Малик ждать меня? Наверняка у него есть план. Сооружения впрямь полезны. Должны были встретиться солдаты. Куда все подевались?